Ты еще козу привел. Этот с козой, блядь, Захар находит. Саню прожег, блядь. Ребятушки, хочу представить вам Today Delivery. Доставка сегодня. Сервис быстрой доставки день в день. Это технологии, которые позволяют оптимизировать все процессы быстро, надежно, удобно. Ссылка на сайт в описании. А мы смотрим видео. Ребята, всем привет. Санюха. Привет. Вадюша, поздоровайся с ребятами. Привет. Вадюша, ребята, электричка. Там все, сейчас всех увидите. Мы отправляемся на электричке в путешествие на природу, на Усть-Ману. Как вералаши. Ой-ой-ой, ребята, вы что? Что у вас за форма одежды такая? А у вас, сыночек, привет. Привет-привет. Москвичи. Привет-привет. Папуля. Захарна. Захарна, привет-привет. Света. Да. Михайловна. Ой, Женя, Якут, пошли быстрее. О, так тут места со столиками, что ли? Конечно, круто. Ребята, смотрите, какой вагон. Это... СВ. Короче, ребята, мы купили до Усть-Мана билеты на электричке. Вова говорит, нельзя так делать, да? До Усть-Мана надо брать. Мы купили еще, блядь, пиво, водки. Вообще пиздец, не знаю, как мы доедем. Когда доедем, что? Интересно, тут есть туалет на сутки у нас? Да. Промеж вагона. Чтоб электричеством убило, блядь. Вадюша, давай, стишок какой-нибудь с утра, ребята. Наша мама громко плачет, потому что я свинячу. Тише, мамочка, не плачу, других такой же срач. Ну что, Степка, рассказывай, с работы уволился? Пока нет. Пока нет. Но думаю. Степ, мы с тобой с сентября вместе бичевать будем. Вова, тоже, да, валяешься? Ну давай, контракт заканчивается. На человека получается 43 рубля на электричке. На природу. 43 у нас. 31, 18, 49. Ну вот, а у нас 43, ну может вы дальше ехать? Одну остановку. Ну. Ребята, едем на природу. Ну, сейчас-то еще нет природы. Сейчас пока строительные материалы. Мы сейчас весь срач железной дороги посмотрим сначала. Но итоговое место все будет красивейшее. Это река Мана, которая впадает в Енисей. Очень теплая. На месте, где она впадает. Рыбоплодная. Мы с Володей туда зайдем, и она с берегов выйдет. Станет глубокая. Еще Михалыча возьмем. И все. И тогда мы назовем речка канала Редисон. Редисон. На самом деле Михалыч хочет выпить уже второй день. Ну и крепится, как бы, чтобы канал Редисон не обосрался. А на самом деле он трезвый дурак дураком. Пусто. Нет, ребят, на самом деле мы вчера животку тестировали. Видео-то уже на канале у тебя. Ну, оно заливается. Я причем вчера. Оно на канале у тебя уже заливается. Видео. А, да, видео на канале. Но оно часто заливается, только когда видео выйдет, оно уже зальется. А канал Михайловича смотрят только участковые соседи, больше никто. И соседи участковых. Еще участковый врач. С овсянки. С овсянки, ну. Не, ребят, на самом деле. Уже ждет, мы вчера с Михайловичем выбирали водку, какую нам сегодня купить. Мы купили 10 сортов. Еще у нас одна была Михайлович из Питера, плюс 11 сортов. И мы вот выбрали, в Росе все покупали. Слушай, а с Питера нормальная водка? Вот с Питера мне тоже понравилось. Вообще. Столичная север. Кстати, Сереге привет. Да, Серега, тебе привет с Питера. Которую водку Столичная север передал. Так что, ребята, ссылка на дегустацию в описании. Переходи, смотри. Это вы давно все просили, продегустируйте, какую водку пить. Это вот, мы нашли водку. И это не реклама. А знаете, почему это не реклама? Потому что если бы была бы реклама, то это видео было бы на каком канале? На основном. На канале Вадюша. Редисона. Едем на природу. Мы не будем сидеть в вонючем городе. Мы просто тупо едем отдыхать. Как жалко, что вас нет с нами. Ну, как бы нам не очень хотелось, если вся тусянка, конечно, припрется. Сегодня приедут очень знаменитые гости, которые делают там круиз на ленд-крузерах. Мы будем готовить еду, дарить им подарки, ну и, соответственно, с ними пойдем. Какое блюдо там будем готовить? Блядь, я забыл. Хамар. Хамар. Мухомор, короче, ребята. Мухоморы варить. Мы пишет, решили маленько отойти уже там от рыбы, от мяса. Решили сделать что-нибудь с курочкой. На самом деле кура тоже очень полезная вещь. И сегодня мы приготовим блюдо, блядь, забыл, как это, блядь, чье оно. Ребята, смотрите, какая красота. Едем, как по берегу Черного моря. Мы с Танюхой. Танюха, помнишь, на поезде ездили? Снимай без стекла вот здесь, чтобы не было отражения. Отражения? Да и так нет отражения никакого. Красиво, ребята. Да, Вадюша?
Ну про чё? Как по берегу Черного моря едем. Вообще пиздец. Не, прекрасно. На самом деле мы на пизделе, мы в Крыму. Ребятишки, по старой доброй традиции, хочу вам рассказать анекдот. Едут, короче, два мужика на машине. Вот эта девушка на дороге стоит. Говорит, ну давай подвезем. Говорит, ну давай. Везут ее, говорит, а девушка себе поедешь, говорит, давай ее в лесу трахну. Говорит, нахуй с ним, давай. Заводит ее в лес, там во все дырки ее отъебли, блядь. Девушка говорит, знаете, говорит, людьми останьтесь, и до деревни подбросится. Говорит, ну хуй с ним, говорит, садись. Приводит, короче, ее в деревню, а там три брата, амбалы, пиздец. Этих мужиков с машины выдергивают. Ну что, говорит, блядь, на сестрой надругались, вам, говорит, пиздец, говорит, соседи друг у друга. Ну тем хули делать, сосуд. Говорит, теперь трахайте друг у друга. Вернее, друг друга, блядь, друг у друга. Трахаются, короче. Ну, по концовке им пизды дали нахуй. Валите отсюда нахуй. И они едут в машине обратно. Ебальники развороченные. И вот тут один едет такая, говорит. Вася, я тебе скажу честно, если бы я знал, что ты так сосешь, нахуй бы она не усралась. Тоже анекдот на эту же тему. Таксист едет, подбирает женщину. Женщина такая в возрасте, садит ее. Она говорит, только, ну, я подвезу, она едет, все, она говорит, у меня только денег нет с собой. Он такой, ну, подумал, едут в лес. Ну, как говорит, сейчас это, приезжает. Все вы молодые ласку любите? Нет. Приезжает в лес, мужик достает из багажника огромную простынь, стелит ее. Да такая, что вы, я же женщина порядочная, у меня двое детей, муж дома, там все дела. Он говорит, да мне пофиг на твоего мужа, рви траву и складывай на простынь, на меня 40 кроликов. О, Сильвестр, столовый. Ребята, мы только что узнали, что Захар-то все с вахтой покончил на Сахалине. Теперь кем ты работаешь, Захар? Никем. Ну тебе песни. Я не в курсе. Бичуешь? Добро пожаловать. О. Красотень-то какая! Лепотень! Подходим, Лебзя. Так, надо Сане позвонить. Где Саня-то встал? Ну, он, наверное, там где-нибудь в районе моста. Думаешь? Ой, какой воздух! Ой, а где с грибами пахнет. Реально пахнет. Да. Вот мана! Табличка, вот. Ты Сане звонишь? Вот мана! О, это этот, вон чувак идет, у которого этот инстаграм-то, который постоянно с оружием и с голыми толпами фотографируется. Видел? Мужик, короче, в морге лежит, блядь, ну и приходят эти все родственники, блядь, давай там ныть, блядь, открой там свои глазоньки, блядь, а чё ж твои ручки там не шевелятся, ну и доходит, у него хуй маленький, фу, блядь, ну слава богу, он, говорит, отмучился, блядь. Второй лежит, блядь, тоже открой свои глазоньки, это блядь, продолжение? Там, ну, там, да, посмотри, кто к тебе пришел, да, блядь, еще бы работал, доходит, а вот твой елда такая, пиздец, блядь, ну ёб твою мать, блядь. Забыл окончание. Жалко мужика! Говорит, ну жил бы еще, дожил. Короче, ребята, сейчас мы расходимся. Ребята пошли вот туда, там пристань, потому что мы вечером на корабле будем уезжать. Мы, дай, чтобы, дай, мы сразу дай, возле... дай бог, если мы попадем. Да, нет, ну потому что сразу возле пристани расположиться. А мы пошли, там Саша, который занимается этими палатками всеми. Он там на машине стоит со всеми хохоряшками. Сейчас мы его заберем, туда отвезем. Ну, ребятушки, мы со Степкой вышли на трассу. Сейчас будем зарабатывать. Не, на самом деле, просто Вадик там для своего блюда забыл масло подсолнечное, говорит, надо еще купить чуть-чуть. И сейчас Саша должен к магазину тоже подъехать. Купил я маслице, и тут Саня как раз подъехал. Привет, друзья. Саня набрал, расскажи, что ты взял с ним. Какое оборудование с собой? Да, взял 7 классных стульев, все разные. Что, шезлонги. Что удивительно, все разные, ни одно не повторяется. Потом шатер, мангал. Газовые баллоны. Газовые баллоны. Ну там сейчас разложимся, покажешь, короче. Да. Столы еще, ребята. И столов-то куда? Ребята, это кайф, когда, понимаете, приезжаешь, с собой ничего не берешь, и тут приезжает Саня и все привозит. Сколько, ребят, стоит? 10. А если просто выгрузиться и уехать? Можно? Спасибо. А корабль куда пришвартовывается? Сюда. Же? Ну, они скоро пришли. Вечером. Вечером. В 7, да? Да. Все, ребята, приехали. Вот видите, смотрите, такая дымка на воде. Это вот из-за того, что здесь температуры сходятся. Вот здесь вот течет 25 градусов вода где-то. Не знаю, 23, наверное, 26. И вон там вот 8 градусов, Енисей холодный. Ребята, смотрите, кто чем занимается? Саша палатки собирает. Эти, блядь, сидят, курят, пьют, блядь. Михалыч в туалет, как обычно. Михалыч не посрать вообще нигде не может. Я Михалыч усрался, блядь. Я не смогу вам передать эти ощущения, которые сейчас будут. Но поверьте, это будет супер. Я пошел. Сейчас он тебя вертолет уже посмотрит, где ты выплывешь.
Ну тепленькая, да? А? Тепленькая? Тепленькая. Сашок, может что стенки расстегнем, там жарко, да, будет? Да, да, да. Можешь расстегнуть? Не, ну получается, смотри, что в ней спать можно, да, Сань? Ну если пол, я пол сейчас не взял с собой, мы же просто... Да можно и без пола просто в этом лечь, получается. Ну, на раскладушке, на матрасе. Можно и с полом, да? Нет, я думаю, что вот эту солнечную сторону-то не надо показывать. А, ну одну. Не, эту открывай, все правильно. Еще раз скажи, сколько такая стоит? Сейчас же у нас распродажа уже. Даже что? Вот такой стоит всего 8500. 8500? Да, был 10. А доставляешь по всей России? По всей России. Деловыми линиями в основном 350 рублей по России, прикинь. А в Крым 680 рублей. Надо по телефону звонить или на сайте можно покупать? На сайте заказать просто и все. Ребят, Сашин сайт в описании. Все вот эти, смотрите, все шезлонги, все стульчики. Вон столы сейчас еще расставим. Ну, короче, сейчас все, что в ролике увидите, это все Саша. Степа пошел мыть казан, Танюха стол накрывает. Сейчас. Вадюха плиту готовит. Ребята, мы готовимся. Захар! Захар! Сигареты небольшой сани, заходи! Ребята, сегодня будет блюдо. Ну, арабское. Мы решили... Арабское? Не, арабское. Оно не кавказское? Нет. Будет называться хамар. Как переводится, я забыл. Ну, короче, мы решили отойти от мяса, от рыбы. Вспомни просто про курицу. Зачем ты говоришь, что самое то, что говорил сейчас в электричке, блядь? Я говорил это? Да. Супер же. Мить, давай водку унесем в речку. Несите, я вам что, не даю, что ли? Там только открытые две бутылки есть. Вот еще открытые. Вот давай две открытые оставим. Давай въебем. Такая Вова, блядь. Мы с Михалычем вчера специально тестировали. Вот это спирт-то есть. Ты видишь бутылек, блядь? Да. Как из медицины. Вон, что написано? 40 спирт, 60 вода. Но где вы такую взяли? Где, в Росе? Да? 420 рублей бутылка. Какая палатка? Вы понимаете, что мы просто отдыхаем, как элита. Элита в жопу долбится, Таня. А мы милита. Таня, может, ты с Рублевки или что, блядь? С Хуевки. Вот Машечки, кто искал? Света, пойдем со мной в тустик, сходим в Рублевский. Пойдем. Ребята, как и обещали, вот мы вчера что протестировали, то сегодня наливаем. Ну давайте быстрее, жердяи, блядь. У нас, смотрите, у них романтик. О, смотри, да, ну-ка, дойди. Селфичка. Новая супружеская пара у нас на канале. Давайте. Слышь, когда в таких шляпах кто-нибудь идет, какая-нибудь женщина, девочка, у меня мама, знаешь, как говорит, пизда под лопухом. Она так же почему-то говорит. Они, видимо, одинаковые, да? Дорогие наши друзья, я еще раз преклоняюсь перед творчеством Дмитрия Ивановича Шилова. Сергеевича. Сергей Иванович. Я считаю этого человека очень перспективным, достойным. Я понимаю теперь Татьяну, что она за него так цепилась. Я, наверное, сделаю пластическую операцию, у меня будет две жены. Я рожу ему тоже мальчика. Шляпа уже есть. Осталось только это отрезать. Шляпа покрасить. Митюшенька, давай за тебя, за твое творчество. Мы тебя все любим. Дай Бог тебе успехов, процветания. И всего самого наилучшего. Чего? Как на день рождения. На день рождения себя чувствую. Я как и на поминках. Это вафля какая-то. Михалыч, открой огурцы. Давай огурцом. Ну подожди, его чокнулись. Давай, открою. Откроем. А Таня сейчас откроет, блядь. Раз! Раз и все. Нифига, смотри, со смородинкой. Погоди, ты где их взял-то? Купил где? А баб Маши? Ну, у бабушки там, у бабы Лили или как ее там зовут? Баба Дуся. Ты познакомился? Баба Дуся, я хуй знаю. Уже, твоя подружка говорит. А моя, ну ладно. Ребят, ну что, мы будем готовить, нет? Да? Зачем? Ничего, вот как раствор. Они малосольные, жгучий. Да? Жгучий? А мы, Михалыч, ошибил, он пил без закусона вчера. Я и не корячусь вообще. Ребята, сегодня будем готовить блюдо, называется хамар. В переводе с арабского, это красная курица. Поэтому я, наверное, сейчас приступлю. Мне для этого потребуется просто для начала курица. Ну, всякие специи. Курицу, сестра. Сестра, курицу. Короче, все. Масло сначала. Все, пошло. Мы поперли. Без масла не пойдет. Ребята, просто поперли. Ты руки помыл? Ты так помыл, да? Че? Ну, это помыл, она уже залетела. Это она уже присела. А так подожди, нет, это как в писсуарах, знаешь, что муху рисуешь, чтобы попадать. Когда слышишь, попадать в муху. Извините. Давайте продезинфицируем. Давай. Я не дезинфицирую, нормальная муха природная. Все, нет, не цветная. Она же не цветная. Она же, ну, не цветная же, она не навозная. Она, блядь. Ну. Ладно, что? Поехали. Не поехали. Ой, а что не льется? Так, а печку вы не включили? Не надо включать печку. То есть нужно предварительно... Готовится на холодной плите. На заметку хозяйкам. На заметку хозяйкам. Сначала льется масло. На холодную получается... Брызнул. Не, правда. Правда, так. А сколько льешь? Ну, чтобы курицу пожарить.
А сколько курица? На холодный прийти в два раза, чем дольше, чем на горячий. Все, включаем. Налили. Между прочим, масло вонючее. Я специально взял. Ну, это самое. Это чтобы все с берега сбежали сюда. Включаем плиту. Опа, а как ты так сделал? Magic. It's a fire magic. А где у нас magic people, курица? People. Курица где? У тебя с правой руки, пожалуйста. Маленечко. Вот, вот она. Шеф, шеф, все, все у вас. Все под ногами. Вас. Все у ваших ног. Слушайте, я вообще хотели брать бедрышки. Ну, Михалычу нельзя, у него бедрышки плохо перевариваются. Поэтому просто. У него болит ножка, и поэтому взяли ножки. Вот вам, дети, мои ножки. Бегите по дорожке. Вот вам крылья, летите. Ну а я себе все остальное заберу. Не стал такой сказать? Женя, ты лучше выпей, пожалуйста. Вот точно. Ой, ребята. Масло-то посмотрим. Сейчас. Подожди, сейчас знаешь, что хочется? Подожди, да, какой-нибудь оладушки жарить начать. Нет, сейчас не хочется, как картошечки. Бросаем? Да. Просто стрелять начнет, нет? Нет, не буду. Владюша, ну говори что-нибудь. Ребята, я готовлю, вы сами комментируйте. Закладываем курицу. Расскажи анекдот на тему, готов. Только не пошлый. Только не пошлый. Только не пошлый, как ты это умеешь. А я вообще пошлых анекдотов не знаю. Мы заметили. Сейчас не пошлый, говорит, про мертвецов. Хотите рассказать? А прошлый почему был пошлый? Не знаю. Ой-ой-ой. Вадик либо пошлые анекдоты рассказывает, либо истории. Либо плачет. Нет, либо истории жизни такие. А ты мешать чем будешь? У тебя есть шумовка? Только идешь, что нету. Шумовку не взял? Стажер, мусор. И что ты будешь делать? Ножом? Ножом придется. Мы ее должны маленько обжарить. Ну, то есть, как обычная обжарка курицы. То есть, привести ее до золотистого цвета. Потом мы дома приготовили на блендере. Здесь тупо лук и красный перец. На блендере репчатый лук, красный перец? Да, да. Михалыч, очки-то убери, сейчас раздавят их. Вот, к вещам-то относись. С уважением. Подарили? Не просто так же три стопки Ягермайстера за 1200 покупали. А что, подарок есть? Ну в этом, в Hard Rock кафе. Покупаешь три стопки Ягермайстера по 320 рублей одна. И очки в подарок. Наконец-то. Все? Это этот самый. Русалка вернулась. Да? Что-то ты прям уплыла и все. Русалка вернулась. Русалка вернулась к Сибалке. Русалка к Сибалке. Да, открой его. Света, единственная просьба, не уходи больше без спроса. Михалыч, блядь, на говно извелся. Понимаешь? Он тебя потерял просто будешь? И говорит, что я никому не нужен, блядь. Не надо тут. Ну, что-то переживай. Пить начал. Будешь водку согреться? Ты вчера из горла запила. Кстати, ребята, еще если вам повод перейти на канал Михалыча, посмотреть видео, где мы тестируем водку, Света вчера именно вот эту водку пила из горла. Да не гони. Отвечаю. Серьезно? Да ты че? Ну, Света же человек. Ну, что так удивляться? Серьезно, с горла прям? Да. Нихера, Света, мастер спорта. По пауэрлистингу. И ты пьешь водку. Она, Михалыч, она по фистингу. Обманули дурака на 4 кулака. Слушай, надо все эти. Любишь ее? Нет, она меня. Видели же видео, где вот этот, где мы ездили-то, ну, где мы сидели, бухали там, этот кастомайзер, который мотоцикл собирает, и жена у него Ленка. Вот Ленка рассказала анекдот, Вадик. Сейчас обоссышься. Ну, молодожены живут, короче, парень, ну, как Вадик, вот жил всю жизнь, да, в доме. И, блядь, женился на Наташе. Ну, и ебет ее, а она орет, как, блядь, как это, как резаная, блядь. Ну, и в жопу больно. Ну, неважно, короче, орет, он ее вот ебет, Вадик на верхнем этаже живет, орет, блядь, он ее ебет, и она орет, и орет, уже всем сеня заебала. Все, блядь, сеня собрались, ну, а Вадик уважает только Петровича с первого этажа. Ну, говорит, Петрович, скажи ты ему, блядь, чтобы это, что-нибудь сделал, а чего она, блядь, орет, спать-то не дает. Петрович говорит, слушай, Вадик, ты, говорит, ей рот пластырем заклей, и она орать не будет. Ну и, короче, раз ночь, Вадик, Наташа это пластырем рот заклеивает, начинает ебать, тишина, он, подожди, ну, ебет ее 5 минут, подожди, Петрович, на первый этаж ему орет, Петрович, нормально, тот, нормально, нормально, он дальше ебет, этот, а кровать это, ну, а кровать это душкой нахуй об стену, дынч, он опять, Петрович, нормально, 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 вот опять, дынч, кровать, Петрович, нормально, да оторви ты у нее пластырь, весь подъезд думает, что ты меня ебешь. Мужик приходит в публичный дом. Ну, говорит, дайте кого-нибудь поебать, деньги все есть. Говорит, блядь, ну все разобраны, говорит, Петровна одна есть. Говорит, хуй с ним, давай Петровну. Ну, хули, заходит в комнату, там все дела сделал, выходит, залупается, пиздец. Говорит, слышь, мужик, ты что залупаешься?
Вы представляете, ебу вашу Петровну, я в нее кончил, а у нее, говорит, пузыри из носа. Фу, пошли. Блядь, я выгляжу нахуй. Пузыри, говорит, из носа пошли, администратор сидит. Петровну вывезти, она полная, блядь. Я, нет, выходили, Вадика, пожалуйста. Рассмешил, блядь. Да блевотины рассмешил. Ну, кстати, передаем привет всему поселку этому. Лёхе, Сане, Серёге, Лене, его жене. Жене Лёхе. Можно я привет этому Джигунашвили передам? Татунашвили. Татунашвили. Во, пацан, понравился. Тяни Митюшу. Я тоже потом с завода уволюсь. И Руслан, Саня, привет. Подожди, Вадик, просто если хочешь преодолеть боль, ты должен заплыть. Но когда ты заплывешь на середину реки, ты должен плыть не против течения, а под течением. А потом ты полетишь, когда долетишь до соседнего угла, там встретишь три дороги, по этим трем дорогам пройдешь. Михалыч, отсып курнул. Ну это просто очередной пост на стене Руслана нашили. Михалыч, выдыхай. Отсып курнуть. И, кстати, Вики привет. Таня, Вики, хочешь привет передать? А Вика это кто? Ну, продюсер. А, Руслан, которая бесхозная? Да. Вика, я скоро буду у тебя. Мы здесь. С сыном. Да, мы приедем. Ребята, курочка уже подрумялась. Подрумялась. Да, мы сейчас нальем, что нам надо. Вот, с этим выливайте. Давай с пакетом, ну, давай сначала это все. Целую эту жижу, блядь. Жижу. За жижу, что слышал? С очком. С очком? Ой-ой-ой, это жижу буром? Да, с очком. Уверен? Уверен. Уверен, не обгоняй. Ой-ой-ой-ой. Это что такое? Это красная курица. Это лук. Лук и перец красный. На блендере. Это просто Сыктымбэ. А чем ты мешать будешь, Вадюш? Мешать буду, вот. Давай эту тару. Росомахой? Михалыч, снимай, я срать. Ну, в принципе, сейчас вот минут 10, да можно добавить картошку, она тоже не режется напополам просто и все. Вадик, а когда пиво заливаться будет? Пива здесь не будет. Мы зальем воды и будут только специи. Ну, специи можно, кстати, сейчас добавить уже. Угу. Потому что... Ну, давай специи добавим, я сейчас это засниму, а потом уже, когда будет это все остальное. Давай. Что ты добавляешь? Мы вот купили какую-то новую приправу для курицы. Вообще, конечно, делается маленько по-другому, просто мы не нашли все ингредиенты, которые у нас есть в супермаркете. Ну, решили вот взять вот такую приправу для курицы. Здесь курица с апельсином, залупа, конечно, полнейшая. Но мы все равно, мы сделаем так, как нам надо. Нам просто маленько добавить. Угу. Чуть-чуть, самую малость. Угу. И добавим вот красного перца. Маленько, ну, это блюдо острое. Смотрите, оно превращается, угу, в кишмиш вот такой. Сейчас мы еще добавим картошечки. Это будет просто, ну, волшебно. Так под водочку самое то перец. Да. Ну, я в основном, что, блядь, острая пища, она обеззаражит, чтобы мы не обосрались от этого пива, там, блядь, от бабушкиных огурцов, там, нет чего. Вот от этих. Были, чтобы в тренде. Хуй знает, что там бабуля делала с ними. Смотрите, ну, уже вкусно. Не, ну, уже вкусно выглядит. Да. Все, следующая картошка, да? Да, просто картошка. Где она, кстати, картошка? Вот она. Степа режет картошку напополам, да, ее. Да, да, да. Ну что, какой? Степа, какой был, извини, блядь. Может, не дома у меня на кухне, блядь. А кстати, где другой-то нож? А, ну да, вот через этот. Но... Да, похуй. Природа. Что упало? То упало у студента, то упало на газету. Так ты сюда кидай сразу. Да, погоди, сразу закинь. А что, блядь, ну кидай сразу, блядь. Ну. Конечно. Мы сейчас заодно видеть будем. Что с пола, что нет. Михалыч, наливай давай. Ну, я снимаю. Папа. У нас Болгария просто охуела сегодня, блядь. Решила нас всех споить, как обычно. В смысле? Она решила нас всех просто лишить вашего удовольствия, чтобы мы нахуярились, потому что Вова здоровый, ну, по своей физиологии. Он хочет, чтобы мы, блядь, в кашу малашу, блядь. А Вова один на видео. Позвольте. Вадик, ты Инстаграм будешь заводить? У меня телефон-то кнопочный. Ты клич среди подписчиков брось-ка, зачем? Яблочко дорогое.
да. Яблочко дорогое. Ну да, вообще нет никаких телефонов, не надо. А картошечку? Вадик, там на этом телефоне на яблоке. Апидроид мне подойдет? О, я не соображаю, мне похуй. Задроид? Слышишь, Сидору Вадик, на этом, на айфоне ты музыку не сможешь слушать. А мне она что, нужна? Мне телефон, чтобы позвонить и с вами общаться. Mm. Все. Водички. Все? Можно водички? Как маленько хорошо разлить. У тебя прижился, блядь, казанчик. Ебаный урод. Во, ты что мне сказал? Че? Что я его летом заберу. Лето сейчас закончится. Он все в подвале. Я же тебе сказал, купил, блядь. Все, пользуйся. Ты его ничего оставил, что ли? Нет, ну надо, бери. Мне понадобится, я возьму. Еще водичка надо? Нет, хватит. До этого, мне кажется, чтобы скрылось надо. Я ставлю все тушиться. В конце мы посолим и все. Это тушиться должно приправы еще 40 минут. Приправы ты добавил, да? Приправы, да, я все добавил. А, забыл. Лаврушечку, Степа контактно ладил. Степа, с девушкой. Соль потом, лаврушечку кинь пару. А приправу-то соли? Да. Все кинул. Ну, снимай, ты сам снимай, заебал туда. Все. Он, блядь, выпить хочу, блядь, а потом и снимай туда к нему палатку. Че, блядь? Слышь, что? Снимай, Степа лаврушку кладет. Хуль ты снимаешься, действительно, блядь. Да вы заебали, блядь. Да потому что, блядь. Поэтому у тебя на канале подписчиков нет нихуя, но блядь. Снимать сколько? Не умеешь, блядь. Потому что у меня высоко интеллектуально артхаусное кино на канале. Особенно где ты, блядь, видео все залил, потом бросаешь, удалил, блядь, артхаусное. Ну. Вот это все бросаешь. Вот это самый главный артхаус. Ну давай, Михаш, все. Пойдем купаться. Давай, подожди. На 30 минут. Пока. Ребята, в общем, сейчас вам плохо меня слышно, но просто пока там все это жарится, варится, парится, мы решили вот всей компашкой нашей, мы отошли метров на 50, на 100 отсюда. Видите, это общество кому за 120. Да, общество бимотов. Смотрите, рыбки туда. Опускаю вас в воду. Саня, вот она подводная рыбалка. Попадешь в такую? Это называется белки в глаз, бы. Ну поплыли. Я, говорит, слону в жопу с 5 метров не попаду, да? Ребята, под водой. Володя. Хлебжигло и Володяша. Это, как по мане, знаешь, меня учил один мужик, он такой злостный мальчик. Говорит, ты сандалиями вперед. Ну, так же, да? Ну, конечно, чтобы камни, чтобы жопой камни не собирать, да, и коленями. Да. Так, знаете, ногами. Он меня говорит, вот так надо. Да, дыр-дыр-дыр-дыр. Снимай сзади. Фу, блядь! Самое стрёмное, оно сейчас поплывет за нами. Оно вон уже плывет. Оно вон уплыло вперед. Течение. Вместе с хозяином, блядь. Ребятушки, кайф. 25 июля. Вот он, Енисей, минус 8 градусов. А ты плывешь здесь плюс 22 вода. Ребята, здесь у нас холодос. Называется, есть холодильник Бирюса в честь реки, а у нас холодильник Мана. Посмотрим, спрятан, чтоб не всплыл. Красные крышечки, видите, да? А вот, вот холодосик. А не, бери один раствор, одну водяру, сейчас будем сравнивать. Сейчас в Вове будем конкурс устраивать. Ребята, какая нахуй Турция, блядь, хуюрция. Тайга. В 30 минутах от города у нас тайга. Ребята, доходит уже до готовности. Еще минут 10-15, и мы будем уже харчеваться. На самом деле, выглядит, конечно, ну... На самом деле, как-то выглядит огненно. Как будто, мне кажется, сейчас я какая-то китайская еда сейчас поем. Короче, и потом срать буду кислотой, блядь. Как будто мы в Таиланд приехали. Но. То есть мы добавили все, что можно, все, что ждет, блядь. Во-первых, от блистов хорошо помогает. От аскоридик и всех, блядь. Ну, по-любому сейчас кто-то нырял, воды заглотнул. Ну, было такое? Я. Их. Почистились, да? Так как для глистов самое страшное, это свет в конце туннеля. Короче, Володя, для тебя конкурс. Вот твой раствор, да? Твой раствор. И вчера, который нам с Михайловичем понравился, холодный расчет. А, давай. Вова, выйди, пожалуйста. Вова, иди отсюда. И спиной стой. Давай. Две стопки. Да, да, давайте для эксперимента две свежечистые стопочки. Почему не в перчатках опыт проводится? Наливай, давай, сюда холодный расчет. Давай, сюда холодный расчет. И вот, а вот это сюда, раствор, да? Сюда раствор. Да. Сюда раствор. Все давай, правильно. Все. Так. Огурчик сделай. Огурчик. Да он просекет сразу. Володя, заходи. Вова, готово. Все готово? Мальчики готовы. Вадюша, перемешай еще раз. Папа, у нас все нормально? Ну да, только ты. Ага, ну, все, помог. Я запомнил, где что. Володя. Можешь потише? Секунду.
кого потише. Музыку? Это музыка не у нас играет, ее потише не сделаешь. Не-не-не, у нас плитка играет. То есть смотри, я сразу две пью и говорю, какая где. Нет, ты можешь выпить одну, закусить, и выпить вторую, и вторую. И вторую. Да. Вот огурчик тебе. Мить, давай. Самый первый крепкий парень. Вот я в сад попал. Вообще назад повернул. Потому что у нас будет 11-2. А соль, да? Давай сюда. 11-2, ты не заждешься, Захар. Давай. А что, я один, что ли? Ну, так тестируй такой раствор. Раствор. Стой, стой, Паскарь, чувствуй. Что это? Подожди, подожди. Второй. Погоди, ну, блядь, сейчас. Вкусит? Не-не, это закуска должна быть одна, Вадюша. Не да, после того, правильно, после того, чтобы... правильно говорит, закуска должна быть одна. Давай. Убирай. Я перезвоню, я занят. Это шуманет. Не, мог, ну поставь. Продрестаться. Продрестаться? Нет, дрестаться я не пойду. Давай. Давай. Ну, вот это пожестче должно быть. Где что? Вот это раствор. А вторая? А вторая. Ну, холодный расчет. Ребята, вы все видели. Он угадал. Он угадал. Ребята, вы все видели. О, мы тех не признался, мы прибыли. Не-не-не-не-не, молчи. Мы налили туда и туда. Молчи, не надо. Наебали, да, все-таки? Мы налили туда и туда раствор. Вот это почему-то как-то не. Да, конечно, и стопки были новые. Вова, видео. Видео подтвердить. Мне нужна грубая физическая сила приехать и сделать фундамент на дом. А где? Ну, в поместье Вюксеева. Но там нужно, во-первых, сделать опалубку, во-вторых, в некоторых местах придется ставить блоки ФБС. Вот нужна грубая физическая сила. Что такое ФБС? Ну, блоки-то фундаментные блоки, вот такие здоровые. Потому что, ну, вдвоем... А есть какой-то кран или что? Ничего нет, ломы все. Ломом как-то это все. Поэтому Володя обращается к нам за да, помощью. Потому что все здоровые, блядь. Не, ну поехали, что, я согласен. И все, и все на видео заснимем, да? А потом большая пьянка будет? Соответственно. Степа, а когда надо ехать, похуй, мы поедем, блядь. Сейчас согласуем время. Давай. Ты Мигрик будешь вызывать? А зачем? У меня есть Мигрик. Ну, главное, чтобы мы с Михалычем не были Чего? В Москве. Ну, скорее всего, за нами приедет Борецкий. Ну, надо. А это кто? Ну, Борецкий. Увидишь, Стас Борецкий. Увидишь. Ну, дядя, блядь, Толя нахуй. Дядя Толя. А, ну, сразу бы сказали, блядь. Вот, и поедем, потрудимся, что? Не все же водку жрать. Давай. Спирта наберу. Да, за это надо выпить, ребята. Не вижу повода, не выпить. А, ребята, открывайте. Дима, вообще-то у нас все готово. Опа. Опа-на. Ну что, ты знаешь, что-то в такую жару-то жрать и неохота. Неохота вообще жрать. Куда мы здесь денем? Нет, пускай остывает. Все закончится. Пускай остывает. Сейчас мы выпиваем, заплыв, потом приезжаем. И пожрем, конечно. Ты что-то нюхал? Будешь что-нибудь бухать? Нет, я буду есть. Ты есть хочешь? За все. Да. Наложи. Ну да, мы сейчас поплывем, ты наложишься. Да, там курица только на дне, поврежки нет. Сервис вообще прекрасный. Ну а что ты хотела? Таня, извини, ты знала, куда ты ехала? Все включено. Не-не, Митя, в натуре я проебал вспышку, это мой косяк нахуй. Ну я бля буду проебал, я извиняюсь. Там, половник? Все проебал. Я почему-то должен... Не проебал, а забыл. Ну да. Ну, по-русски проебал. Вова сам себе наливает одну и вторую. Да, Вова, давай уже по-честному, давай новые стопки, сам себе наливай в одну, в одну. Да, новые там, блядь. Новые, давай, чтобы все по-честному. Можешь их пометить, наливай. Там, не знаю как. В смысле пометить, зачем метить-то? Все, ребята, сейчас Вова наливает сам себе, а мы перемешиваем. Подесал только, просто да. Попробуй. Что, хорошо? Уже нагрелся. Да, это тоже нагрелся, все нагрелось. Стопэ, ну куда ты тебе, блядь, за раз хуярит? Давай. Залепи. И это. Раствор и раствор, давай. И холодный расчет. Холодный расчет. Володник, это тоже принадлежность. Я пернуть захотел. Ну иди, выйди только из палатки. Иди к соседям пернуть. Так, все верно. Так, все, я запомнил. Так, стой. Угу. Нет, стой, подожди. Угу. Вот это Кручу. Раствор. Нет, вот это раствор, вот это холодный расчет. Все, Володя, заходи. Володя! Так. Раствор. Думаешь, два? Да. Наебали, нет? Нет, Вова, все, я тебе... Серьезно? Я тебе клянусь. Да, по-честному. Я тебе даже без очков могу сказать. Ну, я тебе отвечаю, Вова. Да? Да. Все, давай. По-честному, это тебе. Вот ты можешь здесь не пить по чуть-чуть, хотя попробовать просто. Мне? Вот, видишь, это, мы одну пометили, видишь, чтобы запомнить. Вот, накупсили, чтобы запомнить. Вторую не имеете. Помада, на одной помаде. Не пей все. Нет, да что вы чокаетесь, у него тест идет. Уберите вы стопки, блядь. У него тест на поминки идет. Давай. А нет, вы-то пейте, что. Не-не, давай, чтобы не спутать карты. На последний выпьем. Не на последний. Не-не, нельзя, это ты этот заглушишь. Огурец свежий, дай ему, Вадюш.
Огурец. Вот у него салатик. Так. Давай, все. Давай, Володька. Не, ну правда, не наебали. Ничего я не наебали. Слово пацана. Нет. И? Подожди. Закуси. Нихуя не надо. Что-то закусывать не надо? Какая-то вкусняшка. Тихо-тихо, Михаш. Интимный дегустационный момент. Да не мешайте, ну тихо, тихо, давай. Володька. Сейчас маленько это. Пойдем. Не-не-не, по правилам соревнования можно даже полчаса стоять. Так. Не, полчаса это много. Сплюнуть не надо? Ну, ополоснуть можно было. Итак, да? Ребята, напоминаем вам, в чем конкурс. Конкурс в том, что мы налили Вове в одну стопку раствор, во вторую, это холодный расчет. И Вова должен, короче, угадать, что где. То есть для Вовы, для тебя что? Твое лучшее, это твой раствор, да? Конечно, который, конечно. Для него лучше его раствор. Безусловно. Для него вот это незнакомая водка. Но вчера, которую мы тестили с Михалычем, и мы ее... Понравилось? Да. Секретаря матча бьи. Секретарь вот матча. Это раствор. Это раствор? Ну, ребята, вы сами все видели. Надкусанное. Надкусанное это был раствор. Да. Надкусанное был раствор. Но? Да. А вот это было... Это был холодный расчет. Нет, он наоборот. Он принял холодный расчет за свой любимый раствор. Ну и что скажешь? Мягенько так идет. Слушай, а правда достойно. Ты что не чухнул-то, ёб твою мать, я же откусили уже, мигал я, блядь, ёбаный рот, Володя. Не-не-не, а чё, Вадик, ну, блядь. Ну, достойно, если достойно, хорошо. Давай, разливай всем. Мари, коза пришла. Дядя Толя приехал, что ли? Дядя Толя, ты чё, с козой пришёл? Давай подуем. Да я боюсь. Куда ты мусор? Бе-бе-бе. За рога, говори. На, огурец. Опа. На. Все, давай. Во. Ешь рога. Козочка. Красава. На, ешь. Где телефон? Фото, Михалыч, скорее. Михалыч, быстрее телефон. Сфотай. За стопкой шарохается, блядь. Дай стопочку, у него в детях молоко есть. Не надо, не дай. Стопочку, дай стопочку. Вы это, голову и пополам не разорвите, блядь. Своими колтушками, блядь. Дай стопочку, там в детях молоко есть. Во, смотри, ест. Ест, дай еще еды. Михалыч, еще огурцы возьми. Степа, неси огурцы. Такой Михалыч фотает, блядь. Сейчас она попрет. Давай двоих, что, одного-то. Отпускаю. Дядя Толя, это тебе подгон. А дядя Толя такая же? Я не видел еще. Зовут Лаурел, Лаугерта, блядь. Не сам Лаурель? Хуй поймет. Ну, прям не будет помидор, ты че? Подождите. Все огурцы сейчас. Налей холодный расчет. Давай. Раз. Два. Вадик, ну иди давай, сюда. Давай, Вадюш, иди ко мне. Да, Вадик уже молоко. Вадик уже молоко, блядь. Слышь ты, Джастас Уолкер, блядь. Раз, два. Ты что, моцареллу будешь делать, Вадик? Там не бежит ничего, блядь. Так потому что еще не нагуляла. Потому что она козела не казала. Все, Захар женится. Да. А что, ты поцелуй ее, может она в принцессу превратится, Захар. Да нет, зачем? Ну поцелуй, ну принцессу. Она же и без заколдована. Куда ты в помойку-то полезла, ёб? Она может специально бензин вырабатывать, по помойкам шарится. Ну, как в этом, как в мультике. Но. Корова. Слушай, дурень, перестань есть хозяйскую герань. На. Это кинза. Ага. Ей похуй. Да под жопу ее треснет, и все, она пойдет. Пошла к другой палатке. Ну, так, иди гуляй. Пошла по рукам. Настало время пробовать Вадюшину этот шедевр очередной. Вот он, красноперую птицу. Но прежде надо разлить. Стопки мне все сюда поставьте. Травки. Стопки мне все ставьте, пожалуйста, я налью. Так а что, давай я налью по всем. Я налью, не надо. Я знаю, как ты наливаешь, блядь. Спасибо, не надо, я сам налью. Давай, теперь мое время сказать тост. После вот этого видео, которое вы сейчас смотрите, выйдет следующее видео, называется «Мой идеальный день через 3 года». Ну, вы увидите, что это за видео. Я там говорю про всех, про вас. Всякие гадости, да? Да про Степку только забыл сказать. Степка считает, что ты тоже в этой компашке есть. А говно похоже. Не, ну я про всех, ребята, и про всех вас тоже говорю, про всех сказал. Михалыч. Без Михалыча бы не было канала Редисон. Потому что я бы давно уже закончил бы с ним. Ну, были трудные времена, давно бы закончил, но Михалыч как бы меня поддержал. Вадюша, конечно, временно отстранился тогда, не поверил, но все равно он к нам вернулся. Не поверил, я женился просто неудачно. Ну, променял, короче, нас на пизду променял, скажем так. Ребята, пизда чтобы сильнее. Чтобы было понятнее, да? Ребята, пизда это сильнее паровоза, клянусь. В общем, ребята, пью за всех вас и за вас, ребят.
Спасибо, что вы есть. Спасибо каналу Редисон. Что вы со мной. Редисон. Захар, ребята, сейчас спросите, что Захар, да, угрюмый. А Захар на самом деле, Захар замутил это все за свой счет. Эти кепки, майки. Все, покажи майку. Вот они, ребята, майки. Ребята, вот майка. Ребята, вот майка, пожалуйста. Кепки. Все, все разных цветов, да, Захар, есть? Да. Все. Все есть. А где-то у меня еще красная кепочка. Михалыч, дай, пожалуйста. Все, ребята, это все официально Захар делает. То есть Захар делает с нашего... С Михалыча смотри, этого. Смотри, смотри. Красная Инстаграма. Кепочка. Нет, с Михалыча этого как его? Не позволение. Позволение. Благоволение. Благословление. Вот, благословление. О, смотрите, да. О, к трусам. Почему на трусах это? Торро написано. Торро, Торро. Там Реди, Реди написано. Скоро поступит. Там Торро, тот Реди. Скоро поступит майки с логотипом Вадюши. Ну, то есть, как бы, не знаю. Ну, не знаю, там Вадюша, там свои фантазии. Это да. Кому Захар, как... ну давай, рекламируй свою группу. Кому что-то. Как будет угодно, заказывайте все на свете. Можно сделать... Абсолютно ну, все. Ну что там у тебя есть, скажи? Кружки пивные, кружки обычные, тарелки, часы. Тёлки. Можно даже и тёлки. Ну давай сейчас разыграем что-нибудь. Если красноярский. Давай разыграем три кепки. Легко. Давай три кепки разыграем, ребята. Делайте репост, репост ВКонтакте из группы Ready Shop Захаровской. Вот да. Этого, вот именно вот этого не видео. Не только Захаровской и... Ну, ну, наши, да, наша официальная группа, нашего магазина Ready Shop. Да. Делайте репост. Какого числа ты розыгрыш сделаешь? А можно замутить на день ВДВ. На день 2 августа, ребята, 2 это августа розыгрыш. Праздник. На бандикаме. На бандикаме записываем 2 августа. Да. Разыгрываем 3 кепки. Поздравить. Будет 3 победителя, получат 3 кепки. Белую, красную и черную, да? Чем сняты с наших голов, если, да. Если да. Захотите, нарисуем автограф. А почему Захарыч новую нулячи разыграет? Все, ребят, репостите это видео. Ссылка на конкурс в описании, то есть, ну, что репостить ВКонтакте. Так что, ребят, за всех вас и за всех вас тоже, присутствующих, и за всех вас за экраны и мониторов. Я вас люблю. Ой, Вадюшина закусочка. Нет, посолить ее нормально. Ой. Нет, с посолкой она вообще, во. Как я проебал туда, я понимаю. Ребята, опять в очередной раз. Шедевр. Остренькая в меру. Мухомар, да? Мухомар. Мухомор, блядь, вообще охуенный. Ребята. Ой. Интересно. Интересный вкус такой, блядь. Ну, просто интересный вкус. Я ни разу в жизни это не готовил, просто нашел тупо в интернете. Решил приготовить, но, бля, буду. Я за добавкой пошел. Ватик очень сильно любит программу. Какую, Вадюша? Давай поженимся. Давай поженимся. С Ларисой Гузеевой. Он очень сильно любит. И мы с Михалычем, так как защитили Москву, у нас прямо задача сейчас, ну прям цель наша, Вадюшу затянуть, ну, женихом. Эти сети, мама порвать. Короче, Вадюшу женихом, давай поженимся. А мы с Михалычем эти друзья жениха. Сваты. Да, сваты. Почему сваты? Свата там, сватья там это, Роза. Роза Цивитова. Сватовья, правильно, сваты. Ну, короче, неважно. В общем, слушайте, и сейчас мы уже обсуждаем. Таня спрашивает вопрос Вадюши. Типа, задает давай... вопрос, а не спрашивает. Да. Ну ты сразу скидываешь в шкафу что делаешь. Что вы можете предложить невесте? Что? Квартира, машина. Я с лаврушечкой выглянул. Или просто большой член. Член у меня на самом деле очень небольшой. 10 сантиметров, но это в диаметре. У меня есть трехкомнатная квартира в городе Герой Красноярске. Есть замечательная работа, где я подметаю. А Колдина? Блядь, ну я ходил на пиздец. Ну, если Toyota Колдина 2000 года, ну в хорошем состоянии. Ну, праворукая. Не битая, да. Не крашеная. Умеешь готовить? Да. Неплохо. Ну, выпиваю. Думаешь, что кому-то интересно? Ну, один хуй, ну, конечно. Мне кажется, Ларисе Гузеевой интересно будет. Лариса, если вы нас смотрите, я с удовольствием приеду с вами пообщаюсь, понимаешь? Вот я покажи, смотрю, как ты пообщаешься. Я смотрю ваши все эти тезисы, там, казусы. Я с удовольствием приеду на вашу передачу. Я оденусь красиво, помоюсь. А тебе какая невеста нужна? Мне нужна невеста, чтобы как они ты. Подбирали нет, уже. Нет, ты мне нужна, чтобы груди были словно апельсины. Пахло медом из вагины. Ну, то есть вот такая, как ты. То есть, чтобы... А ты откуда знаешь? Нет, а почему ты внешние данные, Вадюша? У тебя Наташа тоже не плохая. Наташа вроде титьки сделала, там, блефаропластику. Нет, ну Наташа сделала, но ее, блядь, над ней хирурги так постарались, что ебаный в рот. Конечно, ее сейчас могут принять кто-то, но потом поймут, что... Нет, ну и что, ну вот у тебя была такая невеста, и что дальше? Не надо, то есть я-то ее видел в плохом состоянии, то есть я потом... У нее не пахло медом. Да, там пахло рыбой. Гамбалой? Да. Селедкой, блядь!
Ну, в пряном посоле. Всех дорогие телезрительницы, всех бывших женщин, вот эти мужчины. Обсирают. Вот так, да. Скажи, хорошо, что нет бывших, да? Ну, я хорошо, только поэтому не расскажу. Поэтому ходили, чтобы вас не обсирали. О, жители Баталова, нахуй. Если это, как она, Агузаева? Агузарова. Анженикиза. Если ей Захар расскажет свою историю, она побреется наголо, блядь. Что за история? Что за история? Нет, не буду рассказывать. Не надо, не надо. Между прочим, Роза Сабитова тоже себе сделала блефаропластику. Что за Роза Сабитова? И, ну, сваха. И сделала себе грудь. 53 года. Ты, может, к Розочке поедешь-то? Да ну нахуй, ты что? У нее там зихеров ебать реально. Подожди, мне самый главный вопрос. Вадюша, там нужно делать сюрприз невесте. Какой будет сюрприз невесте? Ребята, ну давайте мы все вместе обсудим. То есть я готов, все. Встречаем заново Вадика Хазанова. Я все сделаю для того, чтобы понравиться кому-то, чтобы кто-то... Не, ну вот как, ну вот ты вот поухаживаешь, вот, ну, вот как вот сюрприз невесте? Какой замите, поухаживать. Сделай, ну, да, Мите вот, сюрприз. Мне сделай. Прямо какой? Сейчас? Ну качай, да. Почему нет? Вытри, во-первых, лицо. Да. Вытер жирное ебло и пошел пугать село. Будешь здесь ты править балом, чей царь с этим ебалом? Нет, Вадюш, но Первый канал не пропустит такие стихи. А? Давай вот сюрприз невесте, я давай. Я не смогу. Не сможешь? За папой. Стесняешься? Да. Нет, я сейчас просто не помню. У меня ты вот не родная. У меня все не родная. Нет, нет, нет. На... Мне теперь другая телефоне. Делает минет. Но зато другая. В жопу не дает. Кто из вас роднее? Хуй мой разберет. Хуй вас разберет. А дальше что? Так я тебе сейчас расскажу. Ты ушла, любви не замечая, обиду в сердце затая. Так пусть ебет тебя собака злая, не такой рел, как я. Браво! Шо, блядь, полнолуние? На бис! Но это Первый канал не пропустит, поэтому будем над сюрпризом еще думать, ребята. Короче, ребята, смотрите, причаливает корабль. Но мы плывем не на нем, а плывем на другом, на вечернем. Офигенский. На нем поплывем в 7 часов вечера. Бойцы, вы поступаете в расположение 9-й штурмовой бригады. Я вам сейчас показываю отплыв, как с берега. И мы также будем отходить. Да. Смотри, смотри, плывет. Долбоёб. Я засосёт, Так опасно, что, смотри, там плывет, здесь плывет, где лодка, блядь, катер, блядь, люди, нахуй. Вы что, пизданулись тут, блядь? Короче, ребята, приехала эта экспедиция, 59-я широта. Я пошел их встречать. Привет. Как дела? Ну нормально. Что, как земля красноярская? Ребята, экспедиция. Хотелось назвать их 69. Но 69 будет вечером, а сегодня мы 59. Митяй. А где Михалыч? Потому что это Михалыча фаната я несу. Вот Копилыч бежит. Ну все, едьте. Михалыч, покажи, куда ехать. Сотку до Магадана, кого? Какая сотка? У меня, в принципе, путешествие. Привет, Митяй. Антон. Митяй. На коленях буду просто. Зовут-то как? Влад. Влад? Каждый пиздец рад. Митяй. Дима. Коллега. Ой, это тезка, блядь. Коллега. Короче, ребята, все по-серьезному. Люди из Питера едут до Магадана, но заехали к нам на шашлычок. А почему у вас наоборот нарисовано? Санкт-Петербург же там. Вот если на карту смотреть, то Санкт-Петербург там, а вы там Магадан нарисовали. Михаил, с этой стороны правильно нарисовано. Зеркально. Так а зачем вы так делаете? Ну, просто зеркально. Ну, не, ну неправильно. Как человек смотрит с той стороны, думает, как так? Как Санкт-Петербург, так? Что ли, что, на востоке, что ли? Как у вас дела? А вот как хорошо. Нормально, все, сейчас вон шашлык уже затопили. Хорошо, Вадик. Давайте. Ваня, целую руку. Да, да. А я твою. Давай вот так. Я не могу. Да, вот. А что ты мокрый тут? Фу ему дай. Ну и что, ну ничего страшного, все равно купаться пойдет. Вот. Я знаю одно слово из трех букв. Ребята, я же ваш питерский. Вы что, не помните, что ли? Привет, привет. Петровский стадион. Ну, Влад. Дмитрий. Очень приятно. Влад. Во. Что-то у вас Владом до хера, блядь. Вадюша, давай все с шашлыками разбирайся. Ребят, ребят надо покормить. Давай, да, Лёлики. А, Рэдди уже есть. Уже есть. Лёлики. Ну расскажи, Богдан, что вообще, что за экспедиция? Вообще, как надумали эту экспедицию это делать? Да, ну, экспедиция 59-й широта, суть ее такая, что на 59-й параллели северной широты у нас всего два города, это Питер и Магадан в России. Мы в рамках этих двух городов едем по всей России, снимаем какие-то интересные места. Вот сегодня мы сейчас здесь, на этом пляже с вами, расскажем про этот пляж, расскажем, что в Красноярске однозначно очень круто на столбах.
Очень круто вообще. Молодцы, вот, у любых рек. Вот расскажем про этот пляж. Ребята на входе говорят, въезжайте. Главное, расскажите про нас. Вот рассказывай. Пляж хороший. А с нас 200 рублей сорвали. Хотя мы им тоже говорили, что расскажем про них. Хотя и машина не хуже была. Так это видео или фото? Это видео. А почему? Фотоаппарат снимаем. Нет. GoPro более такой профессиональный. А где это? Где микрофон? Где это? Где петличка? Петличка более, мы когда профессионально делаем. Сейчас просто идет такая общая. Вполне будет звучать нормально. Слушай, Богдан, расскажи, я так понял, что вы же еще фильм, да, снимаете? Да, мы снимаем фильм для двух телеканалов, он попадет туда, это «Автоплюс» и «Телепутешествие», а также региональный. А это чьи каналы вообще, в какой синдикат он входит? Ну, сети, вот сеть «Триколор», сети, это сетевые, кабельные и спутниковые. То есть Россия не подписалась, да, ВГТРК? Ну, как бы мы отдадим в регионы, вот в край отдадим, еще по регионам фильм отдадим, кто хочет, покажет. Делаем фильм, тоже про Россию сделаем его. Он несколько, сколько серий будет или уже есть? Какой-то хронометраж будет? 8 серий мы хотим сделать для «Автоплюс», наверное, будет. А так вообще это будет один полнометражный фильм, который покажем в кинотеатрах по маршруту следования. В общем... Ну мы-то войдем в фильм ваш. Вы уже вошли в фильм, сейчас вот еще. Да? Так я Димон, что... Димон в фильме теперь. Сам ты Димон. Сам ты Димон. Митяй. Митяй. Мы подрежем, давай сейчас заново. Митяй войдет... А, Митяй вошел в фильм. Да, ну самое главное, мы также ведем видеодневник, если ты видел у нас. Видеодневник? Да. Как там, Михайлович? Хуй за щекой? Я хотел мамушке сказать, а ты... Нет, есть такой видеодневник день за днем, а его все передразнивают, называют видеодневник хуй за щекой. Не, у нас мы выкладываем по мере возможности каждый город, куда проезжаем, вот в этом городе. То есть канал у вас на ютубе еще есть? Да, есть канал на ютубе. То есть можно сейчас ребятам пройти... Однозначно. Ссылка, заходите, да, ссылка в описании, ребят. Ссылка в описании, канал называется New Jet. Нет. Канал называется ergoexpo.ru. Ну, короче, там ссылка на сайт, на экспедицию. Ссылка на сайт, да. Плюс на, на 69-ю широту. На 69-ю широту вечером будет, да. А сколько у вас? Там 59 подписчиков сейчас, да? Не, у нас в районе 10 тысяч подписчиков. Скоро тебя догонят. Мы только открылись, мы же это новый каналчик. Слушай, ну а как вот вообще, вот, сколько у вас занимает вообще, ну, дорога самая долгая заняла? Вот, сколько вы не мылись, вот ехали в машине за рулем? Ну, сутки. Ну, день. Ну, мы день или ночь едем. 12 часов. Да, потом мы в каждом городе мы останавливаемся. Да, в речку заходим. У нас есть, сейчас зайдем, у нас есть наши хорошие спонсоры, которые нам предоставили отели, мы размещаемся в гостиницах, hotels.com, реклама. Да, пофигу. Но у вас нет таких друзей, как мы. Уже есть. А что ты хвастаешься? Уже есть. Как нет? Мы с хорошими друзьями. Что ты напрасываешься? Не, я тебе так могу сказать. Мы однозначно сюда ехали и сразу для себя приняли решение, что мы заедем в Рейдис. К вам, потому Славянскую. Что... В Рейдис, да. Потому но, что мы... вы классные! Нет, мы реально... Да что ты напрашиваешься? Многим как бы отказали. У нас есть эстафета блогеров. Много кто там пишет про нас, много кто. Но мы не поехали там с некоторыми. А вот в этот момент приняли, что приехать сюда, увидеть с вами, познакомиться наконец. Почему? Почему? Вы классные. Потому что нет, вы... Нет, вы уже смотрите нас или почему? Я смотрю, да. Потому что вы самое слабое звено. Я подсадил свою девушку. Она болеет на Михалыча. Она говорит, она вообще красавица. Так она моя тезка. Михалыч, у тебя она моя тезка. Влада. Поклонник, да? Персональный. Ну, она после Воронштайна. У меня полное имя. Она его на повторы и смотрит. Где он этот? Где Духаст? Нет, не Духаст, а где он? Где мы с ним ходили в хамам, когда он в таких вот трусах вот эти? Когда жопу видно? На повтор, на перемотку, зациклил эту перемотку. Первый ролик, который глянул, наверное, большинство его посмотрели, ролик с бананом. Случайно, просто его где-то увидел, посмотрел, думал, ну-ка жгут. Второй я посмотрел, когда автосалон был или что-то, и понеслось. Я посмотрел штук 10, поворачиваю компьютер как раз на скотче где-то и говорю, Влада, я нашел чуваков, давай посмотри. Через день. Ну это вообще у вас первое путешествие или еще были? Первое путешествие, но мы планируем уже следующие два. Зимой мы планируем поехать в Заполярье, в Тикси или в Пьёкчис, определяемся куда, на машинах. По зимникам, это будет конец февраля, начало марта, а на следующий год, летом, мы планируем воссоздать по чертежам чей-то катамаран. Нет, ну все проще, пока катамаран, либо это будет Конюховский, либо еще чей-то, и хотим проплыть на нем от Санкт-Петербурга вдоль побережья Европы до Крыма. То есть вот всю Европу обогнуть, да. И в Крым. Мальчик, дай велосипед, здесь кружок мотану. Да. Знаете, дяденька, как его зовут? Федор Конюхов. Все, ребят, давайте сейчас жарим мясо, идем купаться. И привет всем просветовским. Ну, жалко, да, что вы не бухаете только. Нет, ну, кто-то же бухает. Все бухают. Вот. Одному мы отдадим на разговор. О, так это авиакомпания «Россия»? Да, так я штатный фотограф. Сказали, что девочки пьют. Штатный фотограф. Авиакомпания «Россия»? В общем, у нас есть от наших спонсоров, от компании Hotels, сертификаты для блогеров. Это которая авиасейлс?
Они же? Нет, это которых Hotels. Это на 15 тысяч рублей проживание в любом отеле мира. Мы вам два сертификата скинули. То есть угу. По 15? По 15. Два а года, этот? Да. А перелет? И перелет от авиакомпании Руслайн. По 15? Как? От авиакомпании Руслайн. Они будут... Что за авиакомпания Руслайн? Они региональные. Бомбардье, канадские самолеты. Бомбардье, Киргуду? Степа! Так не, что? Правда, что за Руслайн? И доставь подарки еще. Не, правда, что за Руслайн? Ну, региональная авиакомпания в 37 регионах. Ну, у нас такой нет, да? Она самая крайняя от Новосибирска. С Новосибирска можно. Да? Не, мы просто, ну, ребята, мы просто этот авиаперелет, мы хотим разыграть среди вас, и это будет следующий, ну, в другом видео, ну, то есть мы сами с Михайловичем, проживание в отелях мы оставляем себе, а перелет, нет, а перелет, правда, это в одну сторону, да, перелет? Перелет нет, туда-обратно на одного человека. Туда-обратно? Да, ребята, извините, мы разыгрывать перелет тоже не будем, потому что мы думали, что он всего в одну сторону. Да, и когда совершите перелет, нужно будет поставить хэштег «Широта 59», ну, и там написать, что... Не-не, мы среди ребят, мы среди вас разыграем, но это будет в следующем видео, потому что в этом видео мы уже... Мы уже делаем розыгрыш захаровских этих кепок. Да, можно даже. Каких там кепок? Игра, можно разыграть билет на полет в качестве багажа. Классно, пошутил. Так, наливайте. Наливай фотографу. Наливай фотографу, пусть исправляется. Открывай. У тебя объектив кружка или нормальный? По сравнению с 59-й широтой, я даже не знаю. Открути кружку. Так, ребята, поднимите 59-е. 69-я широта, поднимите, кто водку пьет. Ну, давайте уже толстовки пробуем. Разыграем, я не знаю. Давай толстовка, потом один, разыграешь. Один не пахнет даже. Это настоящий медицинский. Но это разбавлен, да? Это водка, холодный расчет. Чистый спирт. Вот пьем вообще. Михалыч обычно после водки он выпивает ее. А что такого не? А белочку мы последний раз с Михалычем пили, она траванулись ей. Я понял. Вопрос просто возникает, ну такой, знаешь, у всех, я думаю, у всех возникает. Такое ощущение, как бы белочка платила, потом перестали и... Нет. Не, реально траванулись. Реально нам просто белочку посоветовал Вадик тогда. Мы ее пили вначале, ну белочка, все, мы ее пили. И потом как-то мы с Михалычем раз ее выпили, уже... Нет, тогда сразу всем, потому что если у меня возник вопрос, как у человека, который смотрит канал, значит у других. Да. Значит, реально, действительно, белочка... Нет, все, белочка уже это гонит говно. Дим, как... Да не Дима я, блин. Дима, Митя! Давай, дубль-два, давай. Я ушла. Да зайди сюда. Еще раз зайди. Я так и понял, что это пицца. Да. Достань. Давай, пицца. Достань пиццу мне. Ну, прежде всего, кепки вам. Давайте, широты. Обменялись. Танюха, тебе? Не белую, можно? У нас еще есть пицца. Здесь пицца. Пицца, погоди. Пицца, обязательно ее у себя дома на стене повесить. Мы от Питера везли, поэтому... Обменялись кепки, да? Так она под дерево, это как раз вот где у меня это Редисон на кухне висит сзади. Мы еще дубинку повешали, да-да-да. И вот здесь справа, Танюха, да, справа повешаем. Ребятам стаканы. Это и привезли вам стаканы. Доставай стаканы. Они у нас откуда? Из Челябинска. Не из Челябинска, из Челябы. Так, вот девчонка, вижу, крутые блокнотики из бамбука. Деревянные. Граненые, да? Что за блокноты? Распакуй хоть, покажи. Так. Ну, термокружки еще. Это мужикам. А есть кружка объектив? Нет. Вот дай сюда. Пропили. Смотри, тоже. О. Широта. Да, тоже широта. 59-й. Самое главное, даем от сердца. Это наши мордочки. Так, это надо одеть сейчас. Это я. А вот теперь магнитики. Вот это вот магнитики. А, вот на холодильник мы собираем магнитики. Ой. Вот еще она. Танюха, а это еще третий. Еще. Это Вадюша тоже собирает. Вадюша. Смотри, вон. Вон. Ой, ребят, вы такие классные, вас люблю. А вы еще из Питера. Михалыч потек, ребята. Митюша официальная часть. А ты сними мой тоже. Я же тебе дал, чтобы ты мне ее повешала. Митюша! Да ладно, уже все, пускай. Официальная часть закончилась. Да. Теперь начинается. Наливаем. Первый коза, за Михалыча, смотри. Да. Ты видел? Михалыч, наш лучший поклонец. Так это ты заказывал? А за Редисона нет? Не-не-не, это знаешь, это нам в Челябинске подарили. Это все, что связано с Челябинским. Да, конечно, это все, что связано с Михалычем. Так, а Челябинск, Михалыч уже связан с Челябинском. Вадюша, это стой. Дорогие друзья. Володя, держи. С этим маленьким бокалом. Да, с большой душой выпьем за наших друзей, которые приехали из города-героя Петербурга. Ленинграда. Герой Ленинграда. Хорошо. Ну, ты что, Ленинград. Как его Борис Моисеев, я уехал в Петербург, да. А приехал в Ленинград. Почему? Я уехал в Магадан, а приехал в Ленинград. Подожди, а кто вас пьет-то? Вот. Ну, один только у них. Представитель компании «Россия». Пьющий представитель нашей компании. Они его пожертвовали. Да, жертву сдали, да? Ребята, ну в любом случае, мы рады. Просто
Давай. За вас. Давайте, за встречу. Молодцы. До встречи на просвете. 69-я широта рулит. Вова, 69-я круче. Ты не пробовал? Ты что, Вова, не пробовал, что ли? Да, конечно. У него язык липнет. Не могу сосредоточиться. То ли жене приятно делать, то ли самому кончать. Ребята, питерцы мои родные, привет вам передаю. Мой дорогой, ты выпил? Синий Михайлович. О, красавчик. Я вообще-то трезв, когда передаю ребятам. Да вообще, похуй. Молодец, я тоже коменды, вам, ребята, вам тоже привет. Коменды, привет. С просвета привет. Я так понимаю, что у вас две машины едут, и к вам могут присоединяться, машины, да? Там постепенно присоединяется, кто-то присоединился на коротком участке. У нас сейчас и потом отсоединился. Да, с Иркутска едут с нами практически до конца. На Сковородино, поворот на Якутский, и там присоединяются и до Магдана. Сковородино, так это Оренбургская область. А из Красноярска? Из Красноярска кто-то присоединяется? Из Красноярска здесь по месту ребята вот с нами ездят. Да, у нас основная тема, у нас спонсор тоже Toyota, она предоставила машины. То есть любой владелец автомобиля Land Cruiser, Prado, крузака, там сотки, двухсотки, а от 70-го года до 2015-го может присоединиться на любом участке и поехать с нами. Митя. Понятно. Чего Вадим? Футбольный матч. Снимай. А, традиционный обмен майками? Да. Давай, да, давай, давай. Да, это предложил поменяться в футбол. Давай, традиционный обмен майками. Не только, говорит, в Омске новую майку выдали. Давайте традиционный обмен камерами устроим. Ну это чистое. Давайте. Это грязное. А это? А сколько вы уже едете? Мы едем 15 дней. 15 дней. Вот, Дахар, 15-дневная майка, а это всего лишь он 9 дней ходит. Я не брезгую. Не-не, ну мы стираем, все чисто. Мы стираем. Во. Браво! На брудершафт должны выпить. Да. Я тоже так считаю. На брудершафт должны выпить, наливаю. Ну, я тебе не знаю. Давай, на брудик. Влип, парень. Красавчик, блядь. Ова, раскупай. Влипочка рекламная. Давай. Да мы тогда поехали. Не троим. Ну, по-русски, ты что, по-сибирски, блядь? Как Брежнев целовался. Вот. Во! И с языком. Меня послушайте. Встретились два друга на вокзале. Видимо, не виделись давно. Долго обнимались, целовались, пока хуй встал у вас на лоб. Сейчас смотрите, сейчас мы выпиваем и идем купаться. Да. Потому что мы с дороги. Вам надо помыться? Так, вы же выпили. Вы же только что выпили. Мы вам сейчас покажем, как. Вам не надо. Здорово. Единственное, что потом для вас будут шашлыки, танцы. Влад, Влад. Каждый пизде рад, ну, блядь. Ребята, ну это офигеть. Хороший. Экспедиция, блядь, с Питера до Магадана заехала. Ну, я правда, к нам на ману. Богдан, спасибо. Митя, рифмой. Экспедиция с Магадана заехала к нам на ману. Охуеть! Классно, здорово! Здорово, классно, поехали! Погнали! Володька, блядь, шутит, этот, стихоплет! Пугает Магаданом, а люди туда добровольно едут просто. Я домой еду. Там дорога сейчас. Да ты чё? А я там сидел. Ну чё, идёте или чё? 69-я экспедиция, вы чё? 69-я. Чё там, сыщ, что ли, стоит? Сейчас Ямаха проживеет, блядь. Да кого-то, когда этот, когда сплав по мане, там, ну, просто плот плывет, и ты рядом нырнул. Ну, когда, там же видно, что когда вода это начинает, ну, рябить, знаешь, мелко. А когда вот, вот так вот вода спокойная, просто идут рядом с плотом, плывешь, жарище. О, смотри, ребята, можно попостекать. Во, смотри, два бомбардировщика идут. Вадик, кепку проебал с экспедиции. Кепки, тапки, все. Кепку держи. Вова, держи Вадика! Вадик, держи кепку! Вадик, кепку, Вова, Вадик! Ехал путинский рейдон, по реке плывет грандон. Присмотрелся хорошенько, это Петя Порошенко. Бьющий фотограф называется фотографин. Стоматологи сразу эмаль свою испортил. Все, давайте, ребята. Давайте. Ребят, сколько взлетов, столько и посадок. Удачи вам дороги, давайте. Без ухабов, без ухабов, без камней. О, смотри, влипочкарик, второй раз, смотри. Не-не-не, Митя, Митя, неправильно, в дорогу нужно желать ни гвоздя, ни жезла. Да. Давай. Давай. Удачи вам. Я чисто сейчас говорю. Рады встрече, молодцы, блядь. Подожди, тут ритуал. Здорово. Сибирско-питерский ритуал. Енисей, да? Да. Все, да, наш человек. Так давай с тобой что-то. Нет, таких людей должно быть просто много. Это хуйня.
Эй! Эй! Ой! Не без этого! По-сибирски. Блять, будете у нас на Коломе приезжать. Да давай он с Владой. Давайте. С Владой не надо. Можно я с Владой? Я только с девчонками тогда, да? Захар, давай со Степкой хули. Таня, давай со Светкой хоть просмотров наберем. Давай! Влада! Мы до конца доедем. До дна, до дна, до дна, до дна! И вы говорите, как в рекламе спрайта? Давай, все, давай, на свет. Давайте, Богдан, спасибо, что приехали. Где Макс? Макс! Отдельно тебе респект. Садись в машину давай уже. Тебя тут провожающие ожидают. Макс, пассажок где? Канал от нас уехал, от нас уехал. От нас. Наш Максимка, дорогой. Пей до дна, пей до дна. Геранька. Геранька, давай. Мы, Макс, а мы тебе подружку вам привели, где она? А, вон она пошла. Смонтируй. Все, ребят, спасибо. Все, мы, ребята, от нас вам подарки. Спасибо. От нас вам, пожалуйста, вот, водочку, которую мы вчера с Михалычем тестировали. Все. Возьмите ее с собой. Возьмем. Все, да, давайте. Все, походим. Пока. Давайте, все. Ой. Давайте. Макс, все. Михалыч, давай. Ой, спасибо. Давайте, ребятушки. Надюша. Можно в лобном месте, мы можем откровенить. Саня, пожалуйста. А Вадику кажется, что он через поле идет. Как гладиатор? Гладиатор. Его несут над полем? Кокаинчик. Слышь ты, кокаинчик. Дима Билан, блядь. Какие вы дураки, а? Давай еще разочек, давай, давай. Раз, два, три. Че ржать, блядь? Давай еще разок, Митя. И побежал. Давай вдвоем на один бок. Митя, подожди, Митя, стой. Виртуальные услуги, чтобы побежал в магазин, блядь. Я хочу на видео, Митя. Таня, иди ко мне, отсюда снимай. Подожди, Митя. А если он встанет? Кто? Да ну, мы сразу же. Давай. Давай, давай, давай. Раз, два, три. О, проснулся. Лайк не берет. Вот, вот, со всего берега лайк. Ребята, короче, приехал Саша. И Саша привез нам какой-то колен. Ой, на резиновых, блядь, каких-то дынках. Силиконовые, скалауты, кубы. Силиконы какие-то, блядь. А это Гунджубас. Немецкий, как. Вадюша, что? Гунджубас. Что за табак, Сань? Сань, что за табак? Здесь это табак американский. Starbucks называется. Ну, как бы самый дорогой. У меня самого нет, и я его девчонок одолжил. Вот. Ты что, этот Одолжанский, что ли? Меня оставили. Александр Одолжанский? На самом деле Саша крутой. У него все есть. Я знаю. У него просто все есть. У него даже пробор, смотри. У меня даже пробор есть. Пробор, он даже выставил. Пока не нравится. Не, Сань, серьезно, мне обычно горло дерет. Сейчас вообще не дерет. Колян не должен драть горло. Нет, горло дерет, когда горит. Когда горит... Не, когда еще... Когда горит табак. Еще когда за 100 рублей табак. А ты еще кальянами стал торговать, что ли? Да, я же официальный дилер сейчас буду. Дилер? А есть что покрепче, дилер? Саша говорит, все оставляйте. Ну мы так столы приубрали, Саша говорит, все оставляйте, я все соберу. Ты еще на косу привел? Ку-ку, блядь, бабуся. Этот с козой, блядь, Захар находит. Саню прожег, блядь. Но... Тянет, блин, как будто это, блин, шланг. Да, да, да. Так ты подойди лучше, будешь ближе, подойди, да и все, блядь. Захар, ты что, блядь, штучка, дрючка? Наташа, сейчас я. Дай, пожалуйста, мне хапануть, а, чуть-чуть. Нет. Все на меня, давай. Саша, где ты хуй ты взял, а? Я сигареты не курю, но это и самое. А, Санек, где ты за лук взял вообще? Блин, он занимается сейчас продажей. Продают колено, ёптам. Да ты чё? А чем, блядь, закрыть, открыть?
А, Сань, ну закрыть, открыть, какая разница? Ну сейчас мы, нам нужен жар, ну потому что у нас плотно забитый табак. А так, если он, если он начинает чуть-чуть горчить, раз открываешь, типа он охлаждает. Да, машина? О, безумный Макс едет! Хуя дымище. Ну, классненько. Курить не начни только, блядь. И гейфон. Это потом еще гейфон купишь, блядь. Прикуплю, да. Пекинь — это еще не самый густой табак. Я про него смотрел, у него подводные крылья есть, тебе говорю. Да-да-да. Там было под вопросом. Ладно, я тебе. Куда ты, Вова, сейчас тебе по голове как ёбнет, блядь, с кораблем, блядь. Ребята, кстати, не сообщили, что стали-то снимать на камеру Михалыча, на Соньку? Нет, я... Подожди, пускай люди выйдут сначала, Вова. На Янке теплохода нет, высадка и посадка сразу производится. Понятно, Тёма. 161 рубль. Что, Вадик не едет? Пойдем, может, да. Торгового центра есть? Да, да. Ты видел, Вадик с собой хотел взять? Что? Вадик карлика хотел с собой взять. Какого ты карлика? Ты не видел? Что, совсем? Пойдем на верхнюю палубу, да? Пойдем, говорит, со мной. Давай, давай, давай. А он же, ой, он же, знаете, на крыльях встает, да? Нет. У него не крылья, у него интерцепторы. Да? Наверху можно, да, Дима? Только здесь. Ой, как в Боинге 737. Давайте сюда, что-то. Куда? В передний люк. Сюда? Ну, давай сюда. Он стол. Он стол, ноутбук. Михалыч, давай видео закачивай, иди. Не поехала с тобой? Кто? Думаю, блядь. Не, мне не надо. Вадик, куда? Ты съел. Сядьте, пожалуйста, по своим местам. Вадик, сядь в кресло. А где наш? Вот. Вадик, сядь вот с краешка и все. На теплоходе. А что такое интерцепторы? Что-то типа крыльев, только меньше. А, ну на крыльях, да, все равно? Но не встает на них, да? Это не крылья. На них крылья не встает. На самолета, знаешь? Выдвигается с этих, с крылья, с бортов по чуть-чуть, чтобы изменить. Но? Вот то же самое у нас. То есть он не встает на крылья, да? Нет, у него там выдвижение интерцептора где-то на сантиметр. Вадик, сядь в кресло, Вадик. В кресло сядь. Ты сделал в чем? Вадюша. Вадик, ты сейчас пока, сейчас по высоту наберем, сядь. С Сальком вместе. Саня, на канал Ридис. Рожу не влазит. Пошли, дядя. Да, Стёпа. Вань, мы и Саша. Я соображу, пойди. А, ну, пойди. Да. Саш, ты просто знаешь, что давай, Саня, давай, так. Ты заебал, Вадик, похвалится, блядь. Ты не знаешь, с кем ты фотаешься. Я уже подозреваю. Что похвалится? Я уже от стыда протестил. Он все купается, ребят. Ребят, смотрите, он все купается. А мы поплыли. Поплыли в Красноярск, все. А сколько это плывет от торгового, Сань? Плывет головой. Плавает головой. Идет, идет, сколько от торгового? Полтора часа? Короче. Слушай, а на электричке быстрее. А есть какой-нибудь бар, кафе? Нету ничего? Ну, минералка и сок. А я этикетку. Дорогие друзья, наш корабль отправляется до... Остался торгового центра. Нет, сейчас же мы заезжать куда-то будем. Да, полет будет проходить. Много будет заезжать. На 1,20 метра высоты от уровня речки. Елисея. Просим вас пристегнуться, вести себя достойно. Вас тоже это касается. Вот вы красивые. Я принял по вниманию. Мусор за борт не бросай. Выходить нельзя. Володя. О, ходить вообще нельзя. Ну, я сейчас дверь закрою совсем. Вова. Вызови милицию. Вова, ты ему влево-вправо начал качаться. Последний раз предупреждаю, ходить нельзя. Я дверь закрою. Дверь закрой, ты душняк будет. Подожди, Сань, я тоже поснимаю, да, хорошо? Нельзя переступать. Вау, блин, заплывем. У-у-у, смотрите. Офигеть. Ребята, плывем, офигеть. Вообще круто. Дорогие друзья, через полтора часа мы будем находиться в городе Герой Красноярске. Да вы что? Температура воздуха за бортом. Температура воздуха за бортом. Плюс 28 градусов. Температура воды. Плюс минус 20. Не советуем температуру воды проверять. Политическая обстановка неважная. В чем еще рассказать? Ну расскажи. А хотите, я вам пизду покажу? Это вот куда понесло. На самом деле Красноярск был очень давно обоснован. То есть 800 обоснуй за Красноярск.
Вообще, да, я, нет, вообще я спасатель, да, жилета, то есть если будем тонуть, здесь главное успеть схватить. Потому что жилеты будут разгрызаться, как горячие пирожки. Дорогие друзья, мы набираем высоту, просьба пристегнуться и вести себя достойно. До свидания. О, коктейль летняя. Тебя все встречаешь? Да? А, вот, смотри, долларовый катер. Пока, Сань, спасибо. Слушай, ребята, все, приплыли на торговый центр. Нам до дома здесь сколько остановок? Четыре остановки до дома всего. Короче, ребята, на всякий случай мы с вами прощаемся. Ну, я и про то же. Если что-то будет, то дальше запишем.